что, мы находимся в магазине, и почему мне провести анализ, какие же цены на продукты в США. Вот вам, пожалуйста, какие-то печенья, соки. Кстати, это манговый сок 1,98. Посмотрим, сколько же фруктов. Платана. Или это бананы? 1,19. Картошка 2,38. Чеснок 2,28. Или расфасованный 4,98. Ничего себе. Помидоры 2,49. И еще сладкий картофель 98. Любимое блюдо или еда для Игоря. Лук 1,49. Очень много такой вот прикольно расфасованной фигни. Морковка 1,69. Или более дешевая за 98. Давно не ел, надо купить. Лук 98, маленькая упаковочка. Петрушка. Цена непонятна. Есть прикольные вот такие наборы салатов. Они очень часто бывают сразу с всякими соусами, подливками. Вот такой вариант салата тоже $4. По выходу не так уж и много, всего 240 калорий. Это не наш вариант. Одно такое манго стоит $1, апельсин 1,25. Есть мандарины, но даже непонятно, почем они. Недешево. Дыня. О, маленькие бананчики 1,18. Есть вот такие прикольные наборы. $6 пол арбуза. Или вот нарезки фруктов. Дыня 4,63. Всякие вкусняшки, сладости. $2 вот такая штука. Смотрится очень красиво. Одно из самых дешевых блюд, что можно поесть в США, это вот курица, которая стоит $6. В разных магазинах она бывает и по 5 даже долларов, в Walmart, например. Вот он, сыры, $5, $2, $2 за 170 грамм. За $3 вот такой набор желейный. Вот они, любители. Здесь крекеры, сыр, колбаска. И это стоит $7. Вот 6,99. 3, 2,60. Какие-то соки. И очень так недешево. А, вот эти прикольные, кстати, за $1. Такие сладкие напитки. Типа вот натуральные соки. 4 бакса, 2, 3. Так, ну что? Свинина. Есть свининые колбаски. Стоят они $5. Можно вот такую фигню взять на косточках. Стоит 3,40. Ну честно, что тут есть? Вот мы тоже на косточке $8. Да, ну что-то такое большое, огромное. Есть и типа готовое уже мясо, $5. Выход у него 1,8 паунда, ну то есть где-то килограмм за 5 баксов мяса. Так, вот это красивые варианты, да, сделать. $6 за полкилограмма. Отбивнушки, чтобы 12 долларов за почти полкилограмма. Или с костью $22 за 2 килограмма. Макароны всегда по доллару можно везде найти. В любых странах мира. Но у нас есть гречка. В больших магазинах можно все купить такое вот. Салфеточки, пожалуйста, $1. В общем, все, что вам надо. Вот вкусные соки за $1. Натуральное алоэ. Конечно, очень много видов чипсов. 4 бакса.
лимоны, прикольные, кстати, чипсы, банановые чипсы. Читос 3,79. Вот они очень любят еще макать разные соусы, сразу продаются за 3,89. И вот начос. Не дешево, 2,5. Но вкусный, зараза. Есть, конечно, и такие большие пачки, 5 баксов. Вот мне очень нравится вот такая фигня, 3,49. Кстати, видите, промо-акция за 2, ты получаешь, можешь купить за $5. Но лучше всего здесь покупать довольно дешево, это вот Lay's чипсы. Они всего лишь 1,25, вот такая пачка. Pringles при этом стоит 1,89. То есть тоже очень хорошая, например, цена на Pringles. Ну, конечно, попкорн, как без попкорна в США. Любителю угорьку ножек за 1,94 можно купить. Курица для интереса. Вот почти килограмм, 110 баксов. Филешку, если взять, $9. Целая курица, пожалуйста, 10 баксов. Это такая здоровая дура. Вот вам любимые ножки куриные. 6,43, наверное, $11. Ну, конечно, мои любимые сосиски. Пожалуйста, за 3,28 можно вот такую взять колбаску. Я, кстати, немного питался. И ничего такие они. Самое дешевое, конечно, это вот 1,48. 49. Да. Есть очень много разных наборов, сразу же нарезанных беконов. Квашеная капуста $4 и огурцы $4. И вот тоже популярные наборы крекеров по доллару. Ну и, конечно, любимый бекон, который идет для жарки при завтраке с яичницей. 6 баксов. Куча различных соусов, горчицы и по доллару, $1.60. Соусы острые, кетчупы, 4, 3, 2. Вот эти очень вкусные соусы, такие как с дымком. Ну, цены вы сами видите, 3 бакса. Оливки $2. Я нашел по промо. Вот такие оливки стоят всего лишь $1. А более красивые по $2-3. Кстати, мои любимые каперсы здесь можно купить за 1,69, 2,25. Но я тоже нашел еще по доллару. Множественное количество бобов всяких. Просто красные, синие, желтые, белые. Какие хочешь бобы, все 1,25. Любимые завтраки американцев. 4, почти 4. Овсянку можно взять за 3,79. Ну, что-то я не очень люблю овсянку. Мед и всякие кленовые сиропы их. Можно взять вот такую большую пачку хлопьев за $4. Тоже как вариант. Они очень любят сухое молоко и в кофе добавляют вот 3,25, 29. Что-то, наверное, вот эта фишка у американцев. Не обычное молоко, при этом у них оно может быть, а обязательно сухое. Вот это, кстати, вариант, то, что я всегда питался, когда готовил это все в машине за 1,39. В Walmart за $1 это можно купить один раз, очень даже неплохо можно покушать. Но Uncle Ben's очень дорогой. Можно вот такие неплохие супы также кушать, 2,39. Их подогреваешь и ешь. Довольно, кстати, нормальные. Я ими питался. Слово Ролтон $1, $1 большая пачка. И 50 центов, это уже если очень по-дешевому жить. Пиво вот за 4 штуки можно за 4,69 купить. Можно вот такие всякие напитки за 2,79. Можно вот такую большую банку пива купить. Это литр, наверное, у нее. Или один пинт, 2,19. Ну и разные варианты. Обычно пиво продается вот такими упаковками сразу у них. $6, вот видите, большие упаковки. Если хорошее вкусное пиво, кстати, по $8. Яйца
можно купить за 1,94 за 2 бакса 12 штук. Яйца есть разные по цене, есть и по 3 доллара. Кстати, тут много их просто. Обязательно открывайте, смотрите. Ну и вот есть даже такие очень дорогие. Вот тебе, пожалуйста, органики сразу 5 долларов. Фанатики они. Масло. Вот вам пачка масла за 3 доллара. Сразу булочки, пожалуйста. Это туалетная бумага на всякий случай. 75 центов. Вот такая. Ну, это полотенце, естественно. Полотенца они здесь очень используют, прям практикуют. Йогурты, в принципе, по 50 центов. Я думаю, что примерно как и у нас они стоят. Можно вот такое молоко, которое уже набодяжено. Разбавленное, тоже для кофе. Ну и непосредственно разное, видите, у них молоко есть. Любые, какие хочешь. Ну и просто молоко, которое продается вот в 3 литра, 1 галлон или там 3,7 литра. По 5 баксов. Возможно, всеми любимое арахисовое масло. Вот 3 доллара стоит вот такая баночка. Раньше я его ел. Или за 5 баксов вот такую банку. Ну, надо быть аккуратнее. Вот у меня оказалась на нее аллергия.